Представим ситуацию. Вы себе купили самокат, собираете его, ставите руль, и руль вам очень низкий. Вот так вот произошло со мной в 2016, по-моему, году, когда я купил свой первый самокат. Но сейчас, в современных реалиях, в 2020 году, уже можно спокойненько подобрать себе руль по росту, даже в комплите и под любой бюджет. Сегодня я вам расскажу, как выбрать руль по росту. В этом видео используется самокат NovaTrek Replay. Ссылку на каталог самокатов NovaTrek я оставлю в описании. Можете перейти и заценить их новую коллекцию. Первый самокат, который у меня есть, это мой основной стрит-самокат. И здесь высота руля 72 сантиметра, плюс, соответственно, СКС. СКС-зажимы добавляют половину от своей длины. То есть, если у вас зажим 6 сантиметров, то добавлять он будет 3. Соответственно, итого получается, что здесь где-то 3,5 сантиметра добавляет СКС, и руль уже не 72, а 75,5. При моем росте в 180 этот руль выше пояса, и в стриту кататься удобно. Вообще, высота руля – это очень странный показатель. Он очень относительный. Например, только что я вам показал, что руль 72, и я катаюсь на этом самокате. Я могу поехать кататься на самокате NovaTrek. Это будет комплит для новичка с рулем всего лишь 60 сантиметров, но я тоже могу поехать на нем кататься. При какой-то высоте руля вам будет удобно делать определенные трюки. Например, при низком будет удобно делать трюки в парке. Как я уже говорил, стрит, руль повыше. Так вот, задача наша сегодняшняя – это найти оптимальную высоту руля, при которой вам будет удобно делать трюки как в стриту, так и в парке, чтобы для всех этих трюков было одинаково удобно. Это мой французский самокат, и я считаю, что здесь самый идеальный по высоте для меня руль. Я на нем могу кататься где угодно, как угодно, и мне всегда будет удобно. Я его чуть пильнул, это этик DLD Gaston, был 72 сантиметра, сейчас он 70. Плюс SKS Steel Trigit добавляет 4 сантиметра, итого получается что-то в районе 74, и для меня это самая удобная высота, которую я когда-либо пробовал. Сегодня я попытался разработать свою таблицу соотношения роста райдера и высоты руля, потому что то, что я нашел в интернете, мне категорически не понравилось. Там была информация, что при росте 183 сантиметра рекомендуется кататься на руле высотой 64. Нужно сделать чуть побольше рамки, и я сделал свою таблицу, сейчас я вам ее зачитаю. Итак, сейчас я вам зачитаю свою таблицу, которая у меня получилась. Я ее сделал, учитывая только свое мнение, и я надеюсь, что она достаточно универсальна, и считаю, что подойдет, в принципе, многим. Потому что я взял достаточно большой диапазон, и я думаю, вы реально сможете ей пользоваться. То есть она создавалась не просто так для галочки, а реально ей можно воспользоваться при выборе самоката, например, онлайн, если вы его откуда-то заказываете. Но вообще в идеале, конечно, примериться, посмотреть высоту там у друзей, либо в магазине, потому что покупать вслепую такое себе. Но если все-таки приходится, то я надеюсь, что эта таблица придет вам на помощь. Итак, зачитываю. Рост райдера 140-150 сантиметров, руль 50-60 сантиметров. 150-160 сантиметров райдер, от 56 до 62 высота руля. Далее идут уже ребята повыше, 160 сантиметров, 170. Это рост райдера, соответственно, руль 60-65. Рост райдера от 170 до 180 сантиметров, руль от 65 до 72. И далее категория, в которую я уже по большей части подхожу, это от 180 сантиметров и до 190 сантиметров. Там я думаю, что предпочтительнее будут рули 67-76 сантиметров. И если вы выше 190 сантиметров, там 190-200, то вам уже минимум нужен руль 76. И от этого нужно отталкиваться. Но 76 руль в комплите вы не найдете, а вот 70 уже вполне спокойно. Вот от таких данных, я считаю, нужно отталкиваться. Сделал таблицу и надеюсь, что она вам пригодится. Теперь немного обобщая, подводя итоги. Мы поняли, что в среднем руль должен быть вам по пояс. Если вы хотите кататься в стриту, то можно, чтобы он был чуть выше пояса. Если в парке, то чуть ниже пояса. При таких обстоятельствах у вас не будет болеть спина, и вам будет вполне комфортно кататься. На этом все. Я надеюсь, это видео поможет вам грамотно выбрать руль. Если оно было вам полезно, то не забывайте поставить лайк, подписаться на канал, если вы еще не подписаны. Можете поделиться этим видео в социальных сетях и подписаться на мой инстаграм. А также ссылка на самокаты NovaTrek будет в описании. Переходите и заценивайте. Всем спасибо и пока.